открытие эпицентра в Первомайске. Сегодня 19 декабря 2020 года. В эпицентре просто хаос. Люди покупают все подряд. Большой репортаж будет оттуда. Походили по всему эпицентру, а сейчас проедемся мимо эпицентра и посмотрим, сколько же там находится автомобилей. Это просто непередаваемо. Едем по улице Короченко. Люди, наверное, съехались со всех ближайших городов, потому что очень-очень много всех. Ну, в нашем городе реально так много людей давно я не видел. Сейчас мы подъезжаем уже ближе к эпицентру. Как можете видеть, колонна. Ужас просто. Хотя погодка сегодня не очень такая благоприятная. Идет какая-то слякоть такая непонятная. Сейчас мы немножко уже наконец-то ускоримся. Ну, почти. Ну, возле АТБ у нас здесь всегда такая движуха, как бы. Ну, человек решил вот так поехать, я за ним. Бля. Он как-то стал непонятно. Дяди, выбачайте. Я одной рукой. Переключаемся на третью и потихоньку проедем возле эпицентра. И все, идут, но, кстати, подходы какие-то вообще не совсем удобные, я бы сказал. Надо смотреть. Дорога здесь совсем печальная, как можете видеть, количество людей, количество автомобилей, сам эпицентр, все заезжают, выезжают. Нужно быть предельно аккуратным. Вот сам наш эпицентр, открытие сегодня и завтра. Сколько машин, просто посмотрите. Здесь у нас совсем нехорошая дорога. Но может, эпицентр сделает нам и дорогу, кстати. Вот. И машины у нас стоят все дальше и дальше в эту сторону. Что делается. В общем, ребятки, такое вот видео сегодня будет большое, я бы сказал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. И всем пока-пока.